Юшор Динамо 2016 года рождения заняло 3-е место в открытом турнире «Будущие звезды» на призы с Дюшор МТЗ. В турнире приняло участие 6 команд. Школа «Сдюшор Динамо» была представлена двумя командами. «Сдюшор Динамо» 2016 года рождения, «Сдюшор Динамо» 2017 года рождения. «Сдюшор Динамо» 2017 года рождения заняло 4-е место, обыграв МТЗ 2-7-0 и «Ислач» 3-0. Лучшим игроком в составе «Сдюшор Динамо» 2016 года рождения признан Бокач Макар. Лучшим игроком в составе «Сдюшор Динамо» 2017 года рождения признан Пупко Дмитрий. Самое главное, мы получили опыт. Поздравляю «Динамо» 2016 с первыми медалями, а команду 2017 поздравляю с дебютом. Мы молодцы.